Скажите, здравствуй, Лудза. Привет. Дениска, что ты пожелаешь сегодня Лудзе? Твои слова. Короче, праздник такой, кстати, подходит такой праздник. Ну, как бы не очень. Сейчас всех что-то сваливают. Для истории что-нибудь. Какой истории? Ну, что вы хотите услышать? Ну, для истории, от сердца. От сердца? Мое сердце? Я ебал в рот, нахуй, тебе завод. Окей, okay. Андрик, для сердца, для истории. Твои слова. Вы сейчас отстанете, вы будете сами история, блядь. Понял. Если вы будете тут хуйней заниматься, то будете все истории. Идем дальше. Куда? Смотри, сколько людей ебало. Сколько потом воняет. Бля, есть такое. Народу до хренища. Вспомнил, как это идет. Я даже не понимаю, откуда он здесь. Я тоже. Я хочу писать. Деревень приехали. Не кричи так громко. История все помнит. Ну аккуратней, парни. История все помнит. Значит, понятно, что на уже разговаривает. Вот так вот и ходишь, да? Вот так вот змейки, да? Да, где да. Где можно пролететь? Да, так и иди. Все, не пизди. На самокате бы хуй проехал, наверное. Да, ты бы на самокате бы сам самокат гнал бы. Здорово! Здорово, пацаны! Сегодня 2024 год, 10 августа. Мы снимаем влог. Сегодня Дениска у нас в главных ролях. Он отвечает за чистосердечные признания на весь YouTube. Смотри, какие там сосиски, блядь. Какие? О, жарят. Смотри, бобы жарят. Это мой одноклассник, Женя. Женя Бабажар. Блядь. Ты его назвал, конечно, пиздец, как и нахуй. Тихо, идем. Мы проходим вперед. Мы проходим дальше. А что вы тут говорите? Мы то, что слышим. Да? То, что слышим, бери. Вот, идем. Мы же все говорим, все снимаем. Мясо жарится. Ой, ебать, смотри, как мясо жарится. Ебать, такие тушки. Денег-то нету. У меня есть 40 евро с собой. И все? Блять, я взял 120, осталось 40. Еще даже не вечер, блядь. Ты TikTok снимаешь? Не, ютубчик закинули. А ты на меня не подписан, да? Не, я как-то твой ютубчик смотрел, блядь, я только не помню.